Сильные, добрые, смелые, настоящая опора и защита. Такие они отцы Вологды. Ежегодную премию наиболее отличившимся главам семейства вручили сегодня в областной столице. 7 участников конкурса «Отец года» вышли в финал, и только один стал абсолютным победителем. Всего в этом году на конкурс «Отец года» поступило 36 заявок. Впервые претендентами на победу стали жители не только Вологды, но и Вологодского района. Жюри рассматривали характеристики участников с места работы, учебы детей, а также учитывали спортивные и творческие достижения в других конкурсах. В итоге выбрали 7 лауреатов, а победителя определили по тому, как финалисты ответят на вопрос, чему может научить отец. Главное, чтобы отец был рядом с детьми, дети были рядом с отцом. Потому что, на мой взгляд, дети без отца останутся детьми, а вот отец без детей отцом быть не сможет. В результате лучшим был признан ответ Артема Кичигина. Вологжанин, воспитывая 3 детей, увлекается музыкой и верит, что любая его удача в жизни – это заслуга близких людей. Это еще большая, наверное, ответственность. И, значит, в дальнейшем я должен еще больше проявлять, наверное, себя как отец, как глава семьи. Вот, и двигаться дальше вместе со своей семьей. Мероприятие «Отец года», вот, на мой взгляд, это очень значимое мероприятие. Почему? Потому что очень важно подчеркнуть статус отца в семье, поскольку все экономическое благополучие семьи, какое-то моральное, психологический климат в семье, но самое главное, это все равно вот эта защищенность всей семьи, так когда в доме есть отец. Добавим, в этом году премию «Отец года» вручают в 5-й раз. С каждым годом количество участников конкурса только возрастает, а это значит, достойных и по-настоящему ответственных отцов в Вологде становится больше. Мария Поздеева, Михаил Протасов, Вологда Портал.